Изучаем правила съема. Приезжему студенту или работнику фирмы хочется обзавестись классной квартиркой. Найти собственника на просторах интернета трудно, а подводных камней вагон, а так называемые информационные агентства и вовсе могут оставить вас без денег. Если вы хотите снять квартиру, вы, конечно, можете попробовать снять ее самостоятельно, посмотреть на Авито, на Домофонде квартиры, но в этом случае в любом проверяйте все документы от собственника, чтобы не попасться мошенникам, не вносите никаких предоплат ни в коем случае. А если вы не чувствуете в себе сил и у вас нет времени, чтобы найти квартиру самому, то можете обращаться в проверенное агентство. Мошенники, ребята креативные, и способов обмана сочинили много. Посмотрим их объявления. Ну, написано же: квартира от собственника, или агентам не беспокоить. Да еще и фото квартиры вашей мечты за 10 тысяч рублей прилагаются. Ни в коем случае не надо вестись на подобного рода махинации. Надо понимать, что квартиры с таким ремонтом, они не будут стоить копейки. Квартира должна быть, если это реальная квартира, на любом случае должна стоить достойную сумму. Изучите рынок, чтобы иметь представление о соотношении цены и качества. Позвоните по указанному номеру. Вам ответит не собственник, а агент. Скажет: да, квартира есть, но нужно подъехать к нам в офис, чтобы оформить или что-нибудь подобрать. Приготовьтесь, у вас будут вытягивать деньги. Не надо подписывать никаких договоров до того, как вы не увидите квартиру, не увидите документы на квартиру от собственника. Договор с агентством должен быть подписан по завершению сделки, когда вы уже получаете ключи от квартиры. Иногда предлагают заплатить за базу данных. Стоимость услуг в таких небольших конторах около 4000 рублей. Агент присылает различные варианты будущего жилья и номера телефонов собственников. Казалось бы, удобно, но не тут-то было. Вы звоните по этим номерам. Эти квартиры либо они сданы, либо они не существуют, либо вообще не существуют номера. Если вы нашли владельца квартиры, все равно стоит быть бдительным и придерживаться правил. Обязательно проверяем все документы, права собственности у хозяина. Попросите паспорт и бумаги на недвижимость. Подписывая договор аренды помещения, не ленитесь указать все максимально подробно. Стоимость, сроки, условия, штрафные санкции и другие пункты. В присутствии собственника проверить дееспособность техники, проверить мебель, разложить диван, например, включить воду везде, проверить, не текут ли краны, и в том только случае подписывать договор. Есть жулики, знающие свои роли в заранее расписанном до мелочей спектакле, где агент и собственник просто актеры. Так что самое надежное – обратиться в проверенное агентство недвижимости или найти собственника по рекомендациям друзей и знакомых. Только тогда в съемной квартире вы будете жить спокойно.